Дымящийся самовар, ароматный чай на травах, угощения, песни и забавы. Жители этого двора уже привыкли отмечать праздники вместе. На один день обычный каток во дворе жилого дома превратился в шумный и красочный балаган. Местные хозяюшки напекли почти сотню блинов по своим уникальным рецептам. Во-первых, обязательно на газировке, обязательно на кефире. Ну и с хорошим настроением. Ну если все везде напряженка совсем, ну почему бы что, нельзя выделить немножко для детей конфет купить, блинчик испечь и сделать праздник. Это же прекрасно. Мы же делаем уже не первый год это. Для Саши и Кати с удивительно теплой фамилией печь, масленица – еще один повод нарядиться как следует и показать все свои умения в русских народных танцах и забавах. В кокошниках, в таких платочках ходят русские красавицы, и на масленице так принято ходить. Мы любим устраивать всякие конкурсы, еще мы любим соревноваться и сжигать чучела. Шумные праздники, конкурсы и полезные мероприятия проводят для своих жителей жилищно-коммунальная система. Всегда при поддержке самих неравнодушных людей, которые рады поддержать инициативу управляющей компании. Здесь инициатива совместная. Если жители не захотят, то они не приедут. Поэтому здесь, мне кажется, любовь обоюдная к таким вопросам должна быть, и она есть. Трудно, но эти... вопросы, эти вот мероприятия, они, безусловно, устраивают. Жители обратились к нам в ЖЭО с просьбой поддержать вот такое начинание, и мы откликнулись. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов, «События».